Ребятки, всем привет! Сегодня поотвечаю на ваши вопросы. У меня идет дождик. Села в беседке. Сейчас я, подождите. Это куртка не моя. Это мужа куртка. Она мне по бедрам плохо налазит и поднимается вверх. И поясница стараюсь, чтобы этот самый. Холодно. Уже вечер, вечерочек. Сейчас запишу вопрос-ответ и потихонечку буду собираться домой. До дому, до хаты. До ридной маты. Так, галерея. Что я тут накопировала? Накопировала. Так, Юля, тебе надо вареным яйцом греть переносицу. Это против гайморита. Ребята, кто болел гайморитом, вернее, кто болеет сейчас гайморитом, либо на будущее, если, не дай бог, у вас будет гайморит, никогда в жизни гайморит не грейте. Это грех. Я шучу, конечно. Это очень-очень опасно. Это опасная штука. Что такое гайморит? Это идет воспаление и так далее, отек, и у нас там все скапливается, образуется, одним словом, гной. Извините за это очень такое противное слово, да? Образуется, то есть там такая. Что происходит с гнойником, если его греть? Происходит еще более размножение вот этих вот микроорганизмов, бактерий и так далее. Это все, вот эти, вся эти бактерии, они любят тепло, поэтому ни в коем случае гайморит греть нельзя. Ни вареным горячим теплым яйцом, ни, боже упаси, знаете, как делают, соль на сковороде нагревают, там в носок и носком греют. Дело в том, что я когда-то через это все прошла. С таким вот прогреванием в виде соли, которая насыпается горячая в носок, и это все греется, я попала однажды в больницу. И очень было долгое лечение, мне очень было плохо. Благо мне обошлось, мне не пробивали вот это все гайморовые пазухи. Это все очень такая неприятная процедура и так далее. Но до этого не дошло, меня спасли дорогостоящими уколами. Именно потому, что мне мама с папой когда-то, я еще в школе училась, прогревали вот этой вот теплой солью. Ну, яйцо, вот то, что написали, это из той же оперы, из той же истории. Нельзя. И когда меня в больницу привезли, доктора просто были, говорят, а что вы делали, сколько она болеет? У меня, ребята, у меня такая боль была. Во-первых, я утром после таких прогреваний проснулась, верите, у меня лицо, я не буду на себя показывать, лицо было в два раза больше, чем оно на самом деле есть. Вот так вот вылазят глаза, меня вообще было не узнать, просто все перекошено, это ужасно. А боль была такая, вот знаете, сравнимо, наверное, с зубной болью, когда зуб болит, и ты готов просто об стену биться. Знаете, когда нерв дергает в зубе, вот открытый нерв, кто через такое проходил, да, тут поймет. Вот это такая боль, у тебя вылазят глаза, ты не знаешь куда. И я просто реально пыталась, чтобы поспать, я пыталась найти позу, чуть ли не на голове вставала, становилась. И когда утром родители проснулись и увидели мое лицо, что, короче, и мне все, мне хана, меня повезли в больницу. И врачи сказали, что вы делали, что случилось? Солью грели. Говорит, не в ко... Я тогда еще я была, я не помню, мне сколько лет было. Может быть, наверное, как Леночка была. Может лет нет, даже меньше. Лет, наверное, 13 мне было. Короче, и я тогда запомнила, доктор сказал, ни в коем случае нельзя греть, вы же еще больше, эта среда вся развивается, поэтому вот так, может быть, какие-то насморки, еще что-то, может быть, и можно греть, не знаю, я говорю именно за гайморит. Так, поехали дальше, это вот мой, из моего опыта и то, что сказал доктор, поэтому я вам рассказываю. Так, за фарбу я в блоге ответила, так. Юля, цветы называются не чернобрывцы, а бархатцы. Нет, бархатцы это по-русски, а по-украински это чернобрывцы. Все правильно. Юля, когда вы будете переезжать на дачу? Когда школа закончится? Закончится школа, закончится художественная школа. Лена в этом году заканчивает 9 класс, плюс она заканчивает художественную школу. Там якісь ей дадут бумажку об окончании этой художественной школы. Вот как закончится все... По-моему, до конца мая там это все должно закончиться. Я думаю, в начале июня, дай бог, переедем. Там видно будет, поживем, увидим. Сейчас ничего, сейчас время такое, что нельзя ничего планировать. В любой момент все может пойти не по плану. Мне хотелось бы, ребята, вот мы в прошлом году переехали в начале, в первых числах мая. Вот как война началась, и в начале мая мы сюда перебрались жить. И...
здесь хорошо. Да, нет горячей воды, да, лучше не раз в неделю ходить на квартиру там искупаться, а так и тазики пойдут. Не знаю, здесь прикольнее. Так. Все больные деревья удалить с участка, обрезать ветки, больные, засохли, это болезнь, от нее могут погибнуть совсем, особенно косточковые. Нужно было обработку делать осенью и весной. Комплексные от вредителей и болезней, ё-моё. У меня обработка была, правда, один раз, осенняя, когда до распускания почек я деревья обрабатывала. Вот. Единственное, что которые деревья прям сильно... У меня же этот пшик-пшик маленький, у меня нет вот этого на телескопической палке. Что смогла, то и опрыскала. Может быть, плохо опрыскала, а может быть, этого было мало, а может быть, надо было еще чем-то, не знаю. Вот. Единственное, что которые деревья такие вот большие, то, конечно, до верхушек я не доставала. Вот. Но деревья я опрыскала. Дальше. Юля, привет. У меня вопрос. Ты лук-чернушку между чесноком осенью сажала или нет? Смотрю на твои саженцы и тоже хочу насажать новых сортов. Спасибо за видео. Желаю хороших урожаев. Спасибо большое. Нет, не под зиму, а весной. Весной? А когда? Я не знаю. Я не помню, ребят. Так время быстротечно летит все. Чеснок под зиму этот я сажала. А вот весной. Я вам не могу сказать, бо я не помню. Февраль точно нет, март. Наверное, в конце марта где-то я сеяла лук-чернушку. Ну, хорошо взошла. Семена я покупала у бабушек просто на дорожке в рюмочках, в стопочках 100-граммовых. Ой, заложила. Дальше. Юля, а как грецкие орехи в конце огорода? Скорейшего выздоровления, мирного неба вам. Спасибо. Грецкие орехи в конце огорода, оно еще непонятно. Ну, я уверена, что половина точно погибла. Они померзли, какие-то померзли, хотя у нас вроде таких морозов сильных не было, да? А какие-то просто не прижились, это естественно, это нормально. Что ж я их сажала, это была поросль ореховая. То есть вороны раскидали по огороду, уронили орешек, орешек пророс. Весной они прошлые взошли у меня на огороде, я их не трогала до конца лета, до осени, вернее, я их не трогала, они выросли, потом я их аккуратно выкопала и пересадила, и какие-то не прижились, а какие-то вроде бы как какие-то почечки намечаются, пока еще непонятно. Дожди не дают выйти в огород, что-то поделать, понимаете, уже аж какой-то нервоз от этого всего. В прошлом году в это время у меня уже все на огороде было посажено. И даже кабачки я уже сажала. А сейчас, ну, холодно. Вот, надо будет сходить с какой-то то ли... Да, даже там не лопата, а тяпочку какую-то взять и посмотреть, как, которые более-менее вроде бы как прижились. Надо их хотя бы вокруг, ну, приствольный круг вот этот вот немножко просыпать, чтобы хоть видно было, потому что трава-то уже растет. Так, дальше. Юля, а почему ты лук не выдергиваешь, а срезаешь? По мне, самое вкусное – это белые молодые кончики. У тебя же его много. Да не знаю, жалко. Дело в том, что когда я именно зелень срываю, перо, оно тоже вкусное. То есть, как говорится, лук сажают на перо. Вот я на перо посадила его. Вот это перо и рву. Блин, у меня башка чумная. Не обращайте внимания из-за болезни. Мне еще не совсем хорошо. Пытаюсь с мыслями собраться и вам четко что-либо объяснить. А мне сложно, так что простите. Жалко, потому что если я сорву зеленое это перышко, оно еще будет расти еще. Я уже столько урожая собрала, вон еще следующий. Смотрите, какой пакован. Тут наверное, килограмм лука. Ну, не килограмм, но грамм, наверное, 700 точно есть. Вот. А если с этим полностью я выдерну, все на этом месте, ничего не будет. Мне жалко. Не знаю, ну, как-то так. Вот когда у меня закончится мой лук, которого еще там пол ящичка репчатый, который в прошлом году я урожай собрала, который до сих пор еще кушаю, закончится, тогда я уже на приготовление еды и на покушать уже буду выборочно где-то вырывать уже полностью с корешками. Дальше. Юля, вы меня извините, но отдать такие деньги за покраску
Вы что, дома не могли сами покрасить? Это Лену имеет в виду волосы. Это ужас. Я как услышала цену, чуть с дивана не упала. Не надо падать. Это сколько можно было хорошей краски купить и дома краситься? Экономная вы, да. Экономная вы, да не там, где надо. В наше тяжелое время выкинуть такие деньги на такую ерунду, наверное. Вот. Во-первых, я извиняю. Во-вторых, я тоже была в шоке от цены. Сейчас я немножко уже успокоилась, потому что прошло время, а мне до сих пор не верилось. Думаю, да как так, да что это такое? Дело в том, что я никогда не сталкивалась с этими. Я сама не крашусь, я не знаю этих цен. Тоже на такое, конечно же, не рассчитывала. Но позвонила, я тоже была в шоке. И я позвонила сестре, которая постоянно красит волосы, и у нее они гораздо длиннее. Она в блондинку красит, длинные волосы. Вот, и когда я ей позвонила, что у нее выходит там чуть ли не две с половиной, сейчас цены поднялись, поняла, что то есть нормально взяли. Опять-таки, конечно, ненормально. Могла ли я дома покрасить? Нет, я не умею это, я никогда этого не делала. Во-вторых, у нее не просто была какая-то покраска, там целые 5 часов длилась вся эта вот это все. Как она мне там объясняла, парикмахерша, что это милирование, и оно не будет так заметно по отрастанию именно корней и так далее. Так как я в этом не разбираюсь, я не могу судить. Да, дорого. Но дело в том, что, во-первых, мы, родители, зачастую, это наши дети. И, естественно, хочется... У меня Лена уговаривала 2 года. И это зрители мои тоже знают, что 2 года она когда-то меня уговаривала под каре постричься, помните? А сейчас 2 года она меня уговаривает, можно покрашусь. Я говорила, нет, зачем портить волосы? У тебя красивый цвет, у тебя красивые волосы. Это испортит. Они будут сухие, они будут пережженные, они будут еще... И 2 года я ей это самое... Ну, запрещала, так можно сказать. А здесь, ну, ребенок подошел, спросил. Я говорю, Лен, тебе прям так сильно вот важно, вот хочется. Она говорит, мам, хочется пробовать пока пока школьные годы и так далее. Ну, мы же все были, да, подростками, и тоже нам хотелось. И кроссовки на платформах вот таких, которые мои родители не понимали, они смеялись с меня постоянно. Купили, ходи. Они просто усыкали со смеху с меня, как я в них ходила, спотыкалась. Зато мне хотелось, как у всех, понимаете? Еще что-то там. И тоже и в наше время, и девчата, и в красный цвет волосы красили. Ну, раньше было по-другому, раньше в школу не пускали, родители вызывали. Сейчас, конечно, другие времена насчет этого. Вот, я говорю, слава богу, что она не в красный хотела покраситься, да? Поэтому, естественно, я пошла на уступки, и за 2 года меня уговорили, и я согласилась. Поэтому ребенок доволен, ребенок счастлив, а что мы не сделаем ради своих детей? Конечно, жалко денег, конечно, мне даже не денег, а волосы жалко, они сейчас стали уже сухие и так далее, но это дети. Так, дальше. Юля, для чого в такі роки краситься? Тільки портяться коси від хімії. Ну, це моя думка, звичайно, вам вирішувати. І у мене така ж думка. Але я розказувала, да, що уговорили мене. Юля, это вирус у вас. Тоже было 37,3, а состояние как 39. Благо, быстро проходит. Ну, у всех по-разному. У нас, в общем, Лена вон до сих пор, получается, у нее уже неделя, а до сих пор у нее тоже насморк, все заложено. Всех по-разному. Вирус даже может быть, ребята, один, а болеть мы можем немножко по-разному. Сроки могут быть разные. Потому что у нас у всех свой иммунитет. Расскажите, пожалуйста, историю с жуком. Спасибо. Я в последнее время пропускаю такие комментарии, потому что, мне кажется, я столько раз рассказывала, но сейчас накопилось уже у меня за последние 2 недели, уже 4 раза меня спрашивали, поэтому вкратце. А какую историю с жуком? С жуком вы имеете в виду, что когда мы дом покупали, он, так как я чужая, да, зашла во двор, он был на цепи. Когда мы уже осмотрели дом и выходили, он меня укусил. Укусил, ну, правда, не сильно, вот, ну, больше как поцарапал, прям через штаны, а это зима была, вот, укусил. Мне было страшно, мне было неприятно, и я его не хотела брать. И когда мы уже покупали дом, и хозяин... раз предупредил, что он собаку оставляет, я сказала, нет, собаку забирайте. А их было 2 собаки. Было 2 кота и 2 собаки. Я говорю, нет, забирайте собаку. Он говорит, нет, мы одну забираем, а цього оставляем.
Вот. А якобы там хотіли купити хату в селі. Ну, он такой был немногословен, но так мог отрезать, знаете. Якобы ты так хочешь купить хату в селі без собак, я не буду забирать. Вот. Я раз сказала, два сказала, и понимаю, что, блин, я его просто реально боюсь. Ну как, он мне еще, конечно, я не был тогда любимчиком и так далее. Неизвестный пес, который еще и агрессивен. Я ж не знаю его. Вот. И потом уже, когда день настал, уже хозяева все выезжают, его должны отдать ключи, уже грузят в машину, все, мы до свидания, вот. И я вижу, что одну собаку, ох, как они одну собаку забирали, ребята, в будку, старая тут будка стояла, они за собаку запихнули, она визжит, она скулит, орет, молодой песель был, тоже хлопчик. Вот, они его, он боится, они его туда утрамбовывают втроем в эту будку и берут доски и вот так вот будку заколачивают. Он так, он, наверное, там встялся, наверное, много раз. Я стою, у меня слезы и думаю, боже, сейчас и этого будут пихать. Я говорю, а этого забираете? Он говорит, нет, я не буду забирать. Ну, и Вин сказав такое, ну, такую вещь, что жалко, у меня уже ружья нет. Было бы ружье, я бы сейчас легко его, этот самое... Но у меня типа нема ружья. И что-то он сказал такое, что я могу забрать. Ну, суть такая, что я могу забрать, но по дороге просто в поле выпущу. Короче, я понимаю, что нет. Я, конечно, его так просто собаку, чтобы ее там где-то убили, прибили, не могу. Вот, и у меня был с собой корм. Я уже предвидела, все у меня в карманчике, в пакетике. Думаю, ладно, сейчас попробуем. И я ему кинула корма. Вот, я не могла подойти, он на меня скалился, он рычал, он кидался, мне страшно, зубяки белые огромные, слюна брызжет. Вот, зачем мне это такое надо, мне стрёмно, а у меня же еще моя собачка, Альмака, Альмуша, которая дорогая мне. Он-то, я его первый раз вижу, он мне еще не так дорог. Думаю, ну как так, они будут грызться и так далее. Он покушал, потом я ближе, ближе, в итоге он меня взял с руки. И я поняла, что есть контакт, все будет хорошо. Ну и все, естественно, мы покормили. На следующий день мы приехали, я привезла ему каши, он был такой голодный, это просто, есть даже видео, как он кушал, как он заглатывал. А я с дуру тогда сварила кашу с этими, ребята, горлышки куриные вот эти вот. И я, надо было их порубать мелко, а я прям такими целыми. Он чуть ли не давился, он заглатывает их, я не знаю, сколько он не ел. Может быть, из-за переезда хозяева забывали его кормить или что, знаете, пока это бумажная катавасия, пока эти нотариусы, договора, еще что-то. Ну, короче. И все. Он когда наелся, покушал, и в следующий раз мы когда приезжаем, он что делает? Он просто виляет хвостиком, он доволен, он нас обнюхивает, он нас встречает, вот и все. Вот такая история с жуком. Вот. И кот нам Константин достался, назвали мы его Костик, это зрители так назвали, когда я опрос делала, как назвать, что у меня скачет цветность? О, вот так. Опрос сделала, как нам назвать кота, а у нас село называется Константиновка. И вот предложили зрителям, назови Константин. Так и он у нас Константин, Костик, так и был. Но, к сожалению, он прожил с нами год и съел что-то, как я предполагаю, то ли отравленную мышь, то ли чего-то там. И он ушел. Я так думаю, ушел и где-то помер. Коты так часто делают. Ровно год он с нами, причем даже где-то... Буквально чуть ли не день-день, он год с нами прожил. Его теперь нет. А жук Жуковский, все, любимчик мамин. Все, историю рассказала с жуком. Так, Юля, это у тебя дощечка апельсин, а яблоко было бы в зеленом цвете. А может быть, может быть. А кто вас так научил варить борщ с зеленой, из щавля, с рисом? А некоторые еще и пасту томатную добавляют. Ужас просто. Это суп, а не борщ. А морковка тоже туда не идет. Она портит весь вкус. Поэтому у Юли Лена его и не кушает. Я как-то раз попробовала, тоже морковку добавила пережаренную. Испортила весь борщ. И в борщ зеленый обязательно нужно ложить мясо. Без мяса это и нечего варить. Это будут помои, а не борщ. И петрушка тоже не подходит. Ой, сигнализация сработала. И петрушка тоже не подходит. Только укроп и укроп и зеленый лук. Пожалуйста. Хозяюшки, каждый готовит так, как ему нравится. Зеленый борщ у меня Лена ни с мясом кушать не будет, ни без петрушки, ни без морковки, ни
никак она не любит щавель. А зеленый борщ без щавеля – это уже, конечно же, ну, не зеленый борщ. Поэтому я готовлю его для себя, я его люблю. И я никогда не буду готовить так, как мне кто-то это диктует. Я готовлю для себя так, как я люблю. Когда я показываю, когда что-либо готовлю, я никого не учу. Я просто показываю, как я готовлю. А ваше дело – приготовить по-своему, добавив чего-то своего любимого. Вот и все. Юля, кафе «Хуторок» так и работает? Мы там недалеко жили. Да, вроде работает. Да. Так, Юля, доброго дня. А скажи, что обозначает у вас слово «стрёмно»? Типа, это типа страшно, нехорошо или как? Я все понять не могу. Ну, у каждого... Я вообще не знаю, откуда у меня это слово в лексиконе. У меня много странных слов. «Стрёмно»? Для меня это страшно, потому что здесь писали там стыдно, там еще что-то. Нет, для меня какая-то там, ой, кошка какая-то стрёмная, ну типа страшная там, я не знаю. Стрёмная ситуация, страшная ситуация, наверное, как-то так. Не знаю, даже сама себе объяснить не могу толком. Юля, а в этой речке купаются? Сильное такое течение, наверное, и вода холодная. Нет, это ж не горная речка, вода летом у нас теплая. В реке. Купаются ли? Конечно, купаются. У нас есть пляжи, отведенные для купания места. Вот. Но тут же на течениях тоже мы в детстве барахтались, купались. Джакузи. У нас было джакузи между камней. Ложишься, так вот, на течение оно тебя там теребит и классно. Нет, вода не холодная. И пляжи есть. Так, дальше. Юля, опыт с луком у тебя не положительный, он у тебя мелкий, просто ты его сажаешь очень много, поэтому тебе его хватает. А хороший лук – это крупный лук, так что не кичись тем, что ты знаешь и умеешь сажать. Я никогда не кичись, мне так не нравится это слово, типа не хвастайся, да, я так понимаю. Я никогда ничем не хвастаюсь, у меня задают вопрос, я отвечаю. А если вы так воспринимаете, значит, что-то, ну, что-то вы как-то негативно, наверное, ко мне относитесь, что мои слова так у вас воспринимаются так прям с эмоциями. Вот вы написали комментарий. Ну, мне так это воспринимается, да? Вот. Дело в том, что я заметила, может быть, мелкие, но, знаете, здесь не в крупности дело. И причем я заметила, лук, который у меня крупный вырос, он хуже хранится. Вот не знаю, в чем заключается здесь секрет. Вот. Но лук, чем мельче, у меня он лучше хранится. Вот как-то так. А так год на год не приходится. И от земли зависит, и от погодных условий, и от осадков, как часто я его поливала и так далее. Поэтому в позапрошлое лето у меня был крупнее лук. Вот, но там и сорта другие были. В этом году мельче, но хранится лучше, чем позапрошлый крупнее. Поняли? Поэтому не бывает каждый год одинаково. Вот. Так, ладно, дальше поехали. Юля, можно было и такси вызвать? Я такси не пользуюсь, ребята. Здесь пройти, в принципе, да, если медленным шагом, полчаса. А за такси я заплачу в одну сторону 200 гривен. Вот представьте, туда 200, обратно 200, это 400. А их эти 400 гривен еще и заработать надо, да? Такси у нас дорого берет. Нет, может быть, кто в больших городах живет, сейчас услышит цену и скажет, фу, это что, дорого? А для нашего маленького города это дорого. Здесь пройтись вот быстрым шагом могу за 20 минут дойти, медленным за 30. Юля, у тебя есть велосипед? Да, есть велосипед, но я не могу на нем ездить, потому что у меня проблемы со спиной, именно вот с копчиком, то ли с седалищным нервом, и я так себе сама поставила диагноз, что мне противопоказан велосипед. Не могу, я действительно, когда на нем проедусь, все, у меня происходит воспаление, ну, короче, что-то воспаляется, не знаю, мне дуже болячи. Так, Юля, ты вот идешь по такой траве, не боишься, что у вас там клещи, говорят, что они везде. Ну, не знаю, вот сколько мы здесь живем, и вот на предыдущей даче у нас никогда не было. У животных были клещи там, на старой даче, находили клещей. Здесь ни разу, ни у Ласки, ни у Альмы нет клещей. По-моему, один раз мы с Альмы сняли, и то он был не прицепился, а просто по шерсти, и все. А живем мы здесь, да, целое лето, не встречаем клещей. Слава богу, нет такого у нас нашествия. Все, нос не дышит.
Юля, жука пусти в сад погулять, тогда чисто будет на площадке. Вы имеете, что какать он не будет. Ребята, это у меня сейчас больная тема, я не могу отпускать жука гулять. Он перепрыгивает. У меня плохие вот эти низкие калитки, он их только так, он их перепрыгивает, и он бежит на огород. На огород, у нас же огород не огражден, и он бежит на соседские. Вот, и мне уже несколько раз соседи, ну, не мои, которые рядом, а, не, мои тоже говорили, что, ой, это жук твой этот самый потоптал, а сейчас уже все вылезло, если раньше еще там пусто было, ну, если зимой, то да, я отпускала, а так все-таки и посадки, и всходы уже, и редиски, и луки, и чесноки, и он это все лапами своими переталапывает там, мне проблемы с соседями не нужны, поэтому, да, мне очень жаль его, что я не могу отпускать, я его пробовала, выгуливаю вообще на цепи, ну, вернее, просто на поводке. Но он на этом поводке не делает. Он не писает, не какает, ничего. Он не понимает, почему я его не отпускаю. Он не привык на поводке это делать. Поэтому это целая проблема. Вот. И пока у меня, получается, не будет какого-то нормального забора, нормальных ворот, а этого не будет, я не знаю, возможно, никогда, то, не знаю, короче, мне очень жалко, но я не могу его отпускать, ребята. У меня начинаются проблемы с соседями по этому поводу. Так, Юлечка, а Ласа где ночует? И так ее жаль, собаки ее не задушат. Ночует она в доме, иногда я ее оставляю на улице. Вот. И у нас нет собак, у нас нет тут каких-то бродячих собак и так далее. Во-вторых, даже если вдруг какая-то собака забежит, жук прогонит, он никого сюда не пустит. Так что у нас не бывает такого, что собака задушила. Хотя у соседки прошлым летом, у нее было два котенка, ну, такие подростки. И одного из них задушила, загрызла собака. Но собака аж, которая живет через хату там где-то. Какие-то огромные собаки. Но у нее кот далеко ходил, далеко уходил. У меня Ласа за участок не ходит вообще. Максимум прошлым летом она к соседям бегала, соседка говорит, корм там подъедала. Сейчас не ходит. Вот, она далеко не уходит. Так, за базилик я где-то уже отвечала. Так, Юля, ты лук... Юля, лук ты взяла не качеством, а количеством. Он у тебя мелковат. Это который вот я на посадку сейчас сажала, лучок. Можно посадить в два раза меньше, а взять качеством в два раза больше. То есть лук крупнее. Да, ребятки, смотрите, в прошлом году посадочный материал я заказывала в агромаркете. В итоге этот же вес я купила, да, лука, но его было меньше количество, потому что он такой вот, ну он крупненький был, прямо крупный. Луковица выросла в итоге крупная, вот. Но опять-таки я повторюсь, да, что он хуже хранился. Вот, в прошлом году, а в этом году я взяла, я ж уверена, так, например, в прошлом году я взяла 4 килограмма, понимаю, что и сейчас мне надо 4 килограмма. В интернете я не стала заказывать, потому что подорожала доставка, очень дорого. И в этом магазине Агромаркет сам лук в два раза подорожал. Я решила не переплачивать, а купить на рынке. А на рынке выбирала из того, что было. И как-то я не подумала, что он мелковат и какой-то совсем невесомый. И эти, к примеру, я не помню, сколько я килограмм взяла, эти 4 килограммы, объем такой вышел, я в шоке просто. А я что-то набрала, понимаю, что мне много, но мне неудобно было в магазине. Ой, извините, 2 килограмма лишних мне уберите. Думаю, ну все, уже купила и купила по 150 гривен килограмм. И понимаю, что да, мелкий. Ну посмотрим, посмотрим, какой он вырастет. А может быть, он будет хорошо храниться. Почему я говорю, да, вот этот вот голландский, который я покупала в прошлом году, боже, уши глохнут, в агромаркете, он вырос крупный, но он у меня плохо хранился, ребят. А в прошлом году мне тетя Женя говорит, Юля, хочешь лук у меня лишний? Я говорю, давайте. И она мне в коробчонке дала вот такой вот мелкий. Она говорит, ты его даже не тыкай, ты его просто вот так вот посей и что-то там вырастет. Но я решила заморочиться, и я плантацию засадила, я тыкала каждый лучок. Да, он вырос вот, ну, вот такой вот где-то, не крупный, но именно он сейчас у меня лежит в ящиках по сей день. А вот тот, который крупный, с агромаркета, у меня большой вырос, красивый. Он у меня его в первую очередь съедало, он у меня портился. Вот, поэтому как-то так. Поэтому и думаю, может быть, за счет того, что он мелкий, может быть, он не крупный вырастет и лучше храниться будет. Но это чисто вот мои какие-то такие наблюдения, ребята. Так, надо заканчивать, почти полчаса записала.
Так, Юля, ты устала от Ютуба. Надо взять отпуск и перезагрузиться. Ты не даешь психике отдыхать, постоянно думая, чем завтра будешь развлекать зрителя. Не изматывай себя, у тебя хроническая усталость. Извини, это мое личное мнение. Да, у нас у каждого личное мнение, да, но здесь я не соглашусь. У меня хроническая усталость от другого совершенно, не от Ютуба. Вот. А Ютуб, по сути, мне... У меня нет такого там, что это редко бывает, что ой, а что я там завтра буду снимать там, или у меня нет видео, нет видеоролика, у меня редко такое бывает. Вот, потому что, по сути, я снимаю свою жизнь. Я делаю, допустим, чего-нибудь, я поставила камеру, и я это снимаю, да? Или там пошла полюбоваться, думаю, о, надо сходить в сад. Я не из-за того, что мне надо что-то снять. Надо сходить в сад, посмотреть свои цветочки. Ой, ребятам покажу свои цветочки. Ну, вот как-то так. Или мне нужно красить стены. О, ну и поставлю камеру, пусть она снимает. А говорить на камеру еще что-то, то, ну, мне этого не занимать. Я могу говорить, в принципе, часами. Ну, мне даже когда камера не снимает, я могу говорить сама с собой. Не всегда это, конечно, я дурна, подумаете, да, в голос сама собой разговаривать, а диалог в уме, да, у меня происходит постоянно, поэтому это мне не доставляет каких-то там трудностей, и я не думаю постоянно, что мне там снимать. Так как я, понимаете, у меня же нет какого-то сценария, там еще что-то. У меня не поучительный канал. Я не снимаю какие-то мастер-классы, что требует, конечно, там собранности, какого-то плана, планирования, какого-то там, что я зачем буду показывать, рассказывать, какой-то набросок на листочек кинула свой там сценарий. Господи, сценарий там, я не знаю, ну поняли, да? А у меня все просто, потому что я снимаю свою жизнь. Что я делаю, то и показываю. Поэтому нет такой какой-то замороченности в голове. Все, ребят, язык заплетается, надо мне выздороветь до конца, и я буду как огурчик, потому что мне еще тяжело, видите, мысли в кучу собрать. Это все болезнь дает о себе знать. Но ничего, еще немножко, и все будет хорошо. До новых встреч, берегите друг друга, всем мирного неба. Пока-пока.